Это должно произойти прямо сейчас. Пойдите к нему. Сражайтесь вместе, чтобы я могла сражаться бок о бок с вами. Раскол между нами растет. Казар находится в нескольких шагах от того, чтобы сломать печать. Мы должны бежать вместе. Мы сражаемся как единое целое. Итак, она наконец-то нашла тех, кого искала. Это не имеет значения. Они опоздали слишком поздно. Ха-ха, я просто хочу сказать, что могло быть и хуже. Это башня судьбы, или как там вы ее называете? Это башня судьбы. Это был всего лишь пробный опыт, карлик. Ты что, карлик? Я хочу, чтобы ты знал, чары, связывающие эти прутья, постепенно ослабевают. Казар начал произносить заклинание. Крепления начинают развязываться. Нам нужно поторопиться. Он хочет замедлить наше движение. Значит, его план сработал. Ну же, давайте же. Держитесь крепче. И вот все начинается. Сначала. Неужели это все, что она может сделать? Посмотрите, как низко она пала. Отец! Но проклятие. Возможно, я сильнее, чем ты думал. Вы хотели бы обслужить ее? Все средства направлены на достижение поставленной цели. Скоро я высвобожу силу, подобной которой мир еще не знал. А вы одиноки.
Нет. Мы здесь не одни, Казар, а ты здесь один. Со временем эти чемпионы снова будут сражаться. Их судьба будет зависеть от того, кого арбитр еще не нашел. Когда это время настанет? Вы ответите на звонок.